Приветствую вас на программе «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня вы услышите продолжение беседы с моим другом из Финляндии Йонасом Махоненом. У нас был замечательный разговор об искусстве евангелизма, о том, как достигать людей для Иисуса, как евангелизировать, как проводить людей к Иисусу. Мой друг делится основными принципами – как не робеть, но смело позволять Богу нас использовать. Я думаю, что у нас получится замечательный разговор. Этот разговор, я уверен, вдохновит вас. Надеюсь, вы уже посмотрели первую часть. Поэтому не пропустите вторую, где будет еще больше вдохновения, и мы будем молиться о вас. Вы получите мощное благословение. Итак, посмотрим это интервью. И я знаю, это укрепит вашу веру, и вы сможете достичь для Царства Божьего большое количество душ. Оставайтесь с нами до конца, и мы помолимся о вас. Приятного просмотра и благословений. Вам нужно смирить себя и не считать, что в деле евангелизма вы находитесь в самом центре внимания. Ваш главный зритель — это Бог. Он все видит. Аминь. Сильно сказано. Итак, большим барьером является страх. Да. Также иногда наша гордыня, потому что мы не хотим делать то, чего никто не увидит. Но мы что-то делаем для Бога, не для того, чтобы нас заметили люди. Мы просто трудимся ради Царства Божьего. И когда возникает возможность послужить людям, это же просто превосходно. Многим людям нечего нам дать. Я служил в очень бедных местах, где мне реально нечего было ждать от этих людей. Но это не останавливало меня. Я точно так же страстно и рьяно проповедовал, пламенея сердцем для моего Господа, чтобы увидеть, как Бог исцеляет и спасает людей. Итак, помимо страха, какой еще барьер стоит перед людьми? Хороший вопрос. Иногда нас смущает, что мы выйдем на улицу евангелизировать, но у нас нет ни микрофона, ни мегафона. Кто-то боится того, что у него нет Библии, чтобы раздавать их тем, кому он послужил. Если человек рисует духовные картины, он боится, что у него не хватит материала, чтобы демонстрировать людям его искусство. Люди склонны все усложнять. Они не понимают, что можно просто выйти на улицу и заговорить с людьми. Да. И еще сейчас мне пришло в голову, что некоторые видения требуют финансирования. Может, на сегодняшний момент у вас нет столько наличных денег. Но не нужно бояться. Начните с малого. Если это видение от Бога, Он увидит вашу верность в малом. Бог дает видение, и Он все усматривает. Он даст вам все, что будет необходимо. Причина, по которой некоторые люди не имеют обеспечения, заключается в том, что у них нет видения.
Аминь. Да, это действительно так. Один мудрый человек написал в своей книге, что если вы получили видение от Бога о том, что будете проповедовать перед огромными аудиториями, прежде чем дойти до этого уровня, начните с того, что когда вы проповедуете перед аудиторией всего в 10 человек, проповедуйте им с верой, также рьяно и также горячо, как бы вы проповедовали, если бы перед вами были тысячи людей. Вот что значит ходить верой. Да, это так. И еще одна вещь, о которой я подумал. Некоторые люди рассуждают так. Я не так давно уверовал, я еще не знаю всей Библии. Поэтому как же я буду рассказывать людям об Иисусе? Что бы ты мог рассказать таким людям? Я считаю, что реальной проблемой является школа евангелизма. Если подключить людей к какой-то одной евангелизационной стратегии, то возникает опасность, что человек не будет помнить всех шагов. То есть все станет слишком сложно. Люди следуют предположенным им формулам вместо того, чтобы в простоте делиться с погибающими своим личным свидетельством. Потому что нет ничего сильнее, чем личное свидетельство о том, что Бог совершил в вашей жизни. Поэтому я крайне рекомендую вам отложить все техники и стратегии и просто рассказывайте людям, что Бог сделал для вас, что Он совершил в вашей жизни. Это действительно так. Лучше просто делиться своим свидетельством. Если у вас была депрессия, и Иисус вас освободил от этого недуга, просто поделитесь этим с вашими друзьями. Они не смогут вас поразить и обвинить вас во лжи, потому что это касается лично вас и того, что вы пережили. Аминь. Если у вас была какая-то болезнь, и Иисус вас исцелил, то кто станет противоречить этому факту? Вы испытывали это на себе. Поэтому я вдохновляю вас. Иисус это совершил для вас. Ты сказал, что на прошлой неделе ты привел Господу 13 подростков. Это было на этой неделе? Да, это было во вторник. Расскажи, как это произошло. Мы с другом вышли на улицы города. Он в прошлом был главарем известной Финляндии банды. Не знал, что в Финляндии есть банды. Да, это клубы байкеров. Они гоняют на мотоциклах. Но он реально был плохим парнем, он был гангстером. И у него потрясающее свидетельство о том, как Бог изменил его жизнь. И я не хвалюсь, но у меня тоже мощное свидетельство. И вот мы вышли на улицы, чтобы разговаривать с подростками и молодежью. Мы начали с того, что просто заговорили о том, какой сегодня прекрасный день. И спросили их, как у них дела. Потом я спросил, не возражаете, если я расскажу вам короткую историю о том, что произошло в моей жизни? Конечно, они хотят послушать, потому что к ним подошли парни, похожие на гангстеров. Ты лысый с бородой? Они боялись сказать «нет». Потому что мы просто поделились с ними своим свидетельством. Это было так естественно и так легко.
Они начали слушать очень внимательно, потому что о таких шокирующих вещах они никогда раньше не слышали. Разговор привел к тому, что мы рассказали им, как Иисус стал нашим свидетелем и все для нас изменил. После этого мы просто задали им вопрос: хотели бы вы пережить Иисуса и принять Его в свою жизнь точно так же, как и мы? Там было всего 14 подростков, и 13 из них сказали «Да, мы хотим принять Иисуса». Ух ты! Да, слава Господу! Это напомнило мне про еще одну ложь, которую враг пытается внушить верующим. Дьявол внушает церкви, что люди не хотят ничего слушать об Иисусе. Да. Он говорит, вас отвергнут и прогонят. Да, действительно, некоторые люди именно так и поступят. Но многие люди хотят услышать то, что мы можем им рассказать, потому что они ищут ответов в своей жизни. Один из этих 13 парней сказал нам, «Я не хочу, чтобы вы во время молитвы возлагали на меня руку из-за того, что сейчас ходит вирус». На что мой друг спросил его, «Могу я коснуться своей тенью твоей тени?» Прям как апостол Петр. Дух Святой смог коснуться его даже через тень. Вот это да. Он получил крещение Духом. Для Духа Святого нет границ и барьеров. Аллилуйя. Это действительно так. И мы видим не раз, как Бог касался людей у экранов во время просмотра нашей программы. И прямо сейчас я ощущаю, как сходит помазание, чтобы прикасаться к сердцам людей. Если вы смотрите сейчас этот эфир, и вы ожидаете чего-то от Бога, начните писать нам о ваших нуждах в комментариях. Я попрошу Йонаса помолиться о вас, и я также буду молиться о вас. То, что ты рассказал, Йонас, реально очень вдохновляет. Свидетельствовать людям не тяжело. Вы просто просите Духа Святого идти вместе с вами, и Он будет поддерживать ваше слово. Он будет с вами. Он всегда там, где прославляется имя Иисуса. Você pede ao Espírito Santo a tomar conta da situação e vir e fazer a obra. E como é para a glória de Jesus, o Espírito Santo vai vir e vai fazer. É muito fácil. Если эта программа вас вдохновила, напишите в комментариях. Аминь. Пожалуйста, не молчите. Йонас. Я прошу тебя еще призвать людей быть смелее, и затем помолись, пожалуйста, за людей. Ты сам видел когда-нибудь, чтобы Бог касался людей через экран мониторов? Это на заднем плане был твой брат? Да, это мой брат. Хорошо, скажи, ты видел когда-нибудь, что Бог касался людей через телефон, через расстояние? Да, конечно. Практически каждый раз, когда я молюсь за кого-то, Дух Святой касается этого человека. И на самом деле вопрос даже не в том, чтобы этот человек что-то почувствовал во время молитвы. Это вопрос веры и доверия.
Isso não tem a ver com sentimento, é através da fé. Mesmo quando eu não sinto nada, eu sei que alguém vai ser tocado. Não é sentimento, é fé. Когда вы молитесь, вы должны осознавать, что ваша молитва имеет значение, и она действительно влияет на людей. Она выполняет свою задачу. И vai impactar as pessoas e vai fazer aquilo que é para fazer. Right. Какой бы ни была ваша нужда сейчас, когда вы смотрите этот эфир, и даже после того, как эфир закончится, если вы просто будете смотреть запись этой программы, я знаю, что Дух Святой будет касаться вас. Então, você saiba que, mesmo agora, durante esta oração, o Espírito Santo vai tocar em você. E mesmo depois desse live, as pessoas que assistiram também vão ser tocadas. Você vai sentir o poder de Deus, esse calor, essa coisa que vai descer, essa coisa quente que vai descer sobre você, e Deus vai tocar na tua vida. Я тоже ощущаю. Очищаете вы что-то или нет, может, это совсем незначительное прикосновение, напишите нам вашу нужду. Мы хотим помолиться о вас прямо сейчас. Да, аминь. Мы начинаем молиться о людях прямо сейчас и высвобождать силу Божью на вашу жизнь, высвобождать на вас Божью благодать. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты присутствуешь на этом моменте. Аллилуйя! Дух Святой, я прошу Тебя усиливать Твою атмосферу и Твою силу там, где сейчас находимся мы и те, кто нас смотрит. Отец, я прошу Тебя, чтобы на том месте, где мой брат и сестра смотрят сейчас, Ты высвободил своих ангелов. Eu te peço que tu libere o teu anjo, envie o teu anjo agora sobre esse irmão ou essa irmã. Я вижу, как Дух Святой мощно касается вас сейчас. Я вижу человека с диагнозом рак и также человека с сильной мигренью. Eu vejo o Espírito Santo chegar com tanto poder sobre você. Eu vejo uma pessoa com câncer. Во имя Иисуса, я приказываю раку удалиться прямо сейчас. Я проклинаю всякий рак. Рак, я приказываю тебе убираться прямо сейчас. Я провозглашаю ваше исцеление от рака прямо сейчас. Отец, я благодарю Тебя за исцеление всех людей, кого мучают головные боли и мигрени. Я изгоняю мигрень прямо сейчас. И если это бес, который мучает этого человека, я приказываю тебе убираться прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Кто-то сейчас молится и просит Господа позволить вам ощутить любовь Отца. Приготовьтесь получить это переживание прямо сейчас, потому что Бог придет. Он посетит вас. Он заключит вас в свои объятия. И прямо сейчас Божья благодать, любовь и Его божественная атмосфера покроет вас прямо там, где вы находитесь. Аллилуйя! Я чувствую, как эта атмосфера заполняет то место, где вы молитесь сейчас, и вы начинаете говорить иными языками. Да, аллилуйя. Не ограничивайте Духа Святого. Просто делайте то, что вам кажется естественным в этот момент. Просто будьте в свободе. Я чувствую.
что на нас смотрят люди, которые проходят в жизни трудные времена. Послушайте, Бог сейчас восстанавливает вашу радость. Есть нечто особенное в радости вашего спасения. Весь мир терпит коллапс, но внутри вас радость. Это та радость, которую не мир вам дал. Но Отец даровал вам эту радость, и этот мир не способен украсть ее у вас. Дьявол не может украсть ее у вас, и я чувствую, что Бог высвобождает эту волну радости сейчас. Аллилуйя! Радость в Господе — это наша сила. Аллилуйя! Примите радость, примите радость, радость, радость. Аллилуйя! Аллилуйя! Я чувствую, как внутри меня буквально бурлит радость. Аллилуйя! И эта радость касается людей сейчас. Прямо сейчас принимайте прикосновение Божьей радости. Она восстанавливает вас изнутри. Принимайте, принимайте Духа Святого. Примите огонь Божий. Принимайте присутствие Иисуса. Примите сейчас ваше чудо, ваш прорыв. Примите ваше избавление. Аллилуйя. И также я вижу, что Господь сейчас разбивает всякую боль в умах людей. Эти духи обольстители и духи лжи разрушают прямо сейчас в умах людей всякие ограничения и барьеры, наставленные дьяволом. Сейчас они разрушаются, и в вас входит дерзновение и смелость от Бога. Я провозглашаю в вашу жизнь сегодня, что вы будете смелы, как лев. Примите это во имя Иисуса. А сейчас, Йонас, скажи нашим зрителям в Бразилии что-нибудь на португальском. Diga alguma coisa em português para o povo lá do Brasil. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Em nome de Jesus, agora sai. Наш Бог чудесный. Во имя Иисуса, идите и проповедуйте. Слава Духу Святому во имя Иисуса. Ты научился говорить на португальском? Когда дважды ездил с нами в Бразилию, я, наверное, воспользуюсь моментом, поскольку ты был с нами. Дважды? Да, дважды. И ты чувствовал в евангелизационных служениях, которые мы устраивали. Дважды. Мы раздавали людям пищу. На следующей неделе мы также готовим гуманитарный проект для Бразилии и собираем на это финансы, потому что в Бразилии сейчас огромная нужда. Множество людей потеряли работу. Они потеряли возможность обеспечивать свою семью. Мы связываемся с людьми по всей Бразилии и связываемся с различными лидерами. Мы хотим раздавать пищевые пайки для всей семьи. Мы хотим помочь как можно больше. Можешь поделиться своими переживаниями о том времени, когда мы раздавали пищу, игрушки и одежду? Я могу точно сказать, что то, что люди жертвуют на твое служение, действительно приходит в пункт назначения, который ты обозначаешь, призывая людей жертвовать. Ты закупаешь на эти средства пищи для бедного населения. Люди получают 15-килограммовый паёк на семью. Они свидетельствуют, что это для них реальная помощь. Это евангелизация, но это не только когда мы рассказываем людям Евангелие.
Но вместе с тем мы восполняем их основные нужды, когда они в крайней нужде. Эти люди многое пережили. Кто-то из них ожесточен, и поэтому продуктовые пакеты реально помогают. Поэтому для меня то, что делает твое служение, это полное Евангелие. Потому что Иисус сказал, нищих всегда будете иметь с вами. Поэтому мы должны помнить о бедных и также приносить им пищу, ведущую к вечной жизни. Я ожидаю, когда твое служение и твоя семья снова смогут отправиться в Бразилию получить и послужить людям. Итак, ты вдохновляешь людей жертвовать на то, чтобы приобретались продуктовые пайки? Да, конечно. Если у вас лежит на сердце участвовать в служении и помощи бедным, то я призываю вас послать ваши средства, ваши пожертвования на это служение, потому что я знаю, что они пойдут на добрые цели, потому что помощь людям, которые в реальной нужде. Ты сам участвовал в такой раздаче продуктов? Ты был там и все видел? Да. Я прошу вас не рассматривать эти просьбы о пожертвованиях как проявление алчности, что служение Гермеса просто просит деньги. Эти пожертвования — это ваше поклонение Господу. Этим вы проявляете вашу веру в то, что когда вы приносите вашу жертву перед Богом, Он вознаградит вас за это. И также умножит вашу жертву, чтобы восполнить нужды этих людей, оказавшихся в беде. Если вы не верите моим словам, откройте Библию, и вы увидите, что это не мои слова, но что Бог говорит об этом в Библии. Аминь.